Наступил. Сергей, ты будешь снимать, да? Все. Во имя Иисуса Христа, воскресшего Спасителя, благослови это собрание и мысли наши направи к горнему. И все, что не можем сделать, сверх наших сил, Ты сам все устрой, как Тебе угодно. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Еще ты, Сережа, сидишь там сзади, снимаешь. Можно догадаться, было, что сюда надо пройти было. Я следила, что стоят головами, сюда повернулись. Вот, маленько шевельнуть, только уже понятно, куда перескочить надо. Вот здесь на столе хлеб, это артос, пасхальный освященный хлеб. Кто вчера не брал, сегодня возьмите. Кушается он натощак. Разберите, чтобы не оставалось, потом что будет, все это. Возьмите салфетки, где-то лежат, салфетки заворачивайте, чтобы крошки не падали ни на пол. Надя, мы же добавим еще маленько, может, почему когда это угадывает тоже? Ну, так все, чуть-чуть. Пожалуйста, Любовь Петровна, подвинься. Ну, между вами расстояние, а люди стоят, еще тут что рассказывают. Напоминаю, что предстоящее воскресенье. Вот у нас потеряете праздник, День деревни отмечаем. Это первое воскресенье после 14 мая. Так у нас установлено, принято, потому что в 91 году я приехал 14 мая. Первую палаточку разбили там. Вот, и приняли мы, что праздновать День деревни Возрождения. Первое воскресенье после 14 мая. В этом году выходит на 19 мая будет. Вот на этот день я пригласил администрацию района, не знаю, как они, пока не ответят, будет или не будет. Пригласил еще епископа Максима, управляющего Алтайской епархии. Вот, впервые. Хотя я раньше приглашал, но у него все не получалось никак как-то. Вот. Сейчас он пообещал, что будет. Готовимся к встрече, значит, архиерея. Вот, с ним будут священники там. Поэтому я вас прошу в этот день, помолитесь, чтобы у нас все благополучно прошло. Господь дал нам, если будет беседа, разумение и мудрости,
вот, чтобы все нам молиться. Ну, так вот, такие новости. Больше что, там у нас все идет как идет. Сеять не начинали, нет погоды. Сроки уже все вышли, говорит, надо бы сеять, а никто не сеет. Почва сырая была, не высохла. Попробовал Игорь, а не получается сырая почва. А здесь еще вот эти дни, еще дней на 10 еще отодвигают. То есть сеять начнут только в начале июня, пожалуй, что. Снегу почти 20 сантиметров вчера навалило, говорит, там это. Все было бело покрыто, и снег, потом дождь, вначале дождь, потом снег, потом опять дождь. Да, и вот так вот. И будто бы обещают, до среды такая погода будет еще. Ну ничего. Что, Господь так, наверное, говорит. Просили, в прошлом году была засуха, просили, дай нам воды. Нате, берите воды. Сколько вам. Это, все пруды переполнены, колодцы под завязку. Все. А то высохли в прошлом году колодцы. Все. Не было воды. У меня была вода там и еще у кого-то. Вот. А больше не было ни у кого почти воды. Потому что ну, я мало беру, поэтому не охватило воды. А то в этом году у всех много воды. Господь дал с излишком. Так, еще я вас также ставлю в известность, прошу ваших молитв. С 20 мая и где-то по 5 июня меня не будет. Я уезжаю в поездку. Вот. Приглашает меня мой наш третий друг со Самана, отец Петр, он в Беларуси, там у него. Вот мы ни разу у него не собирались, этот год решили, значит, посетить его. Вот. Чтобы познакомиться с его там прихожанами и пообщаться вместе. Вот поэтому с 20 где-то по 5 числа меня не будет. Прошу ваших молитв по дороге. Я 20-го уезжаю уже поездом. Еду поездом. Нет, нет. До Москвы, там меня отец Иоанн встречает, а там на машине едем. Там на машине мы поедем. В Москве он меня встречает. В Беларуси не надо. Было, сейчас обсуждается, что ну, это еще не принято, но, по-видимому, будет так. Это президент говорил. Вот, принимается, что будет визовое теперь, значит, сообщение между всеми странами, исключая только те, которые входят в Содружество с Россией. В Содружество с Россией входят Казахстан и Белоруссия. Это безвизовое. А остальные все страны, которые раньше были Советские Республики, со всеми будет только визовое. Значит, нужно будет, если поехать в Киргизию, нужно будет уже визу оформлять. Там или с Киргизии в Россию приехать. Тоже визу будут оформлять, значит, там, и другие. Так, это, планируют они принять такой закон. Вот. Ну, хватились, конечно, поздно, когда все уже переполнено, когда уже в Москве 30 или больше процентов, там, наверное, наполовину уже не москвичи, а все это приезжие. Да. Там идешь везде, где работают, там, дворники, подметают, там, что-то на этих, на газелях, возят пассажиров, там это все такие, что или узбеки, или таджики, ну видно, что азиаты, все азиатские люди, везде работают. Белых почти нету. Все эти, везде, все эти магазины, где вот там вот племянник живет рядом, тоже такие же, они там Азербайджан или кто, все магазины продовольственные, все это. По центру, прямо даже по улице, там раньше Горького была, сейчас она. Тверская. А? Тверская. Тверская. По Тверской, значит. В маковой магазин не зайдешь, все там работают, все эти обслуживания, все эти. Ну, кто их не знает, узбеки, таджики, там, ну, в общем, азиаты. Да. Вот. Хватились сейчас, что визы сделать уже. Ну, вот так вот. Ко мне какие есть вопросы? Давайте. Наказы какие? Наказы? Наказы сблизиться как можно больше с митрополитом, с нашим зарубежным. С победой возвращайтесь. Съездили бы к нему, батюшка. Мы не отдалялись от него. Как-то бы к нему бы съездили. Но если бы он жил бы в Ребрихе или в Корчино, там, в Павлос где-нибудь, я бы съездил. Хотя бы в Минске или хотя бы в Беларуси. Может, он сюда, когда приезжает, батюшка, как-то договориться, чтобы сфотографировать. Когда он приезжает сюда, Игорь,
Он не приглашает. Он когда приезжает сюда, приезжает не просто как простой человек, а приезжает по приглашению там патриархии, все, там туда просто не подступишься. Уже. Конечно. Там, туда-то нет. Говорится, на пушечный выстрел не подпустят тебя. Ну, про то и разговор. Ну, так, зачем задавать такой вопрос? Ты говоришь, вот он приезжает, когда ты будешь как-то встретиться. Никак. Ну. Если он обещал приехать, но не приехал, там ни разу не обещал несколько раз, не получилось приехать к нему. Значит, вот. А просто так они, как вот обыкновенный человек, он не может уже приехать сюда. Батюшка, а Женя правда выезжает? Женя. Женя? Да. Какая? Ну, Евгения. А, Евгения Дмитриевна, да. Ну, ну, будто бы так. Мне она лично это не говорила, что уезжает. Она только на Пасху, в пятницу. Батюшка, можно я в Мамонтово съезжу, на службу поеду? Съезжу. Ну, съезди. Посмотри, как там это. Она, по-видимому, поехала, хотела исповедаться и причаститься там. Ну, потом съездила она на службу. Ну, а рассказывает, потом матушка там у нее ходила, что ли, там. Она ей сказала, что там батюшка никого объявил. Никто никого не исповедует сегодня, никого не причащает, только детей. Ну и все. Народу много было, все ходят, толкаются. Ну, это понятно, это всегда и везде так на приходах. Если у него постоянных прихожан, я спрашивал, сколько? Ну, постоянных человек 15, говорит, 10, постоянно. А остальные все так, захожане. То есть зашли, пасхальные христиане, так называемые, православные. На Пасху пришли, ну, еще за водой на крещение приходят. И все. Вот, потолкались там, что побыли там. Одни вышли, пришли, другие ушли, пришли, так вот. Это. И все это везде так, во всех храмах. Бывает. Зайди в будний храм, допустим, в любой храм, посмотрите, сколько людей. А придите на крещение, что делается там, или на Пасху. Это было и в советское время так, и всегда так. Но люди идут посмотреть. Интересно как. В то время было даже вот, в больших храмах, где было полно народа, так делали что? Молодежь еще так это, что ли, заходит сзади и начинает потихонечку так это. А масса плотно стоит, и все, весь народ раскачивает туда-сюда, значит. Баловались, так они это, комсомольцы. Было. Ну все, ну а уезжает, говорят так, что она вот в Корчино, там дом купили за 80 тысяч. Купила дом там. Ну, будто бы дом ей Миша показал, дом ей не понравился сильно, там домик. Ну, за 80 тысяч, понятно, там какой можно купить этот дом уже. Если там продают, допустим, хороший дом, 500 тысяч, 700 тысяч, это в Корчино. Если хороший дом, там 700 тысяч. Вот полдома там раньше строили, в колхозные дома двухквартирные. По три квартиры каждый. Вот половина продает, там, как сказать, двоюродная племянница. Моя уезжает к сыну, мама там хочет переехать, она больная. Ирина Тарасюк. Сколько? 470 тысяч. У нее три комнаты. Ну там у нее муж, хоть он пьяница был такой, но он был очень такой мастеровой. Там все у нее сараи, там это бани, все. Очень по-хозяйски так сделано. Был он погиб несколько лет назад, года три назад. Лес пилили, дрова, и упала осина, и его на него и задавило. Он погиб. Муж у нее. У нее хорошая настройка. Вот она 470 просит. А за 80 тысяч, ну это... Какой там дом? Да, уезжает вроде бы. Хотел уехать. Вот. Ну, что же, у нас свобода. У нас никто в этом не объявит, что у нас тоталитарная секта, у нас все дозволяется, свободно. Хочешь, живи, не хочешь, уезжай. Вот, и все. Значит, нашла она там лучше. Обычно люди, если верующие люди, христиане, едут всегда туда, если переезжают место, а первым делом, а есть, нет там храм. Это первое для верующего. Почему? Потому что, ну, это ему нужно его духовные потребности удовлетворить, чтобы храм. А это ну, едут туда, где нет храма. От Мамонтова сколько получилось? От Мамонтова сколько? 60 километров. 60 километров. Наездит. Да кто-то будет ездить. Ездит. Разве наездишься? 60 километров. Нет, там автобусов нет. Он раз в неделю, что ли, когда-то ходит там по каким-то часам. И все, нет ничего. Ну вот, а нанимать машину? Машину нанимать 500 рублей. Машину нанимает 500 рублей для мамы. Нету. Там никогда. Там было раньше. Был храм в Корчине. Я еще помню, в школе учился.
там он стоял, но там не было ничего, он деревянный был. Там что-то в нем было, там, то ли мы этот, сепарировали молоко, колхоз или что-то там. Потом он сгорел, сожгли его. Вот, этот храм. Его не было. Больше его никогда там не было. Уезжает, она будто бы уезжает туда. Но мне она ничего не говорила об этом. Еще какие вопросы? Да нет. А? Нет. Нету, ну, а далее-то в Лужково там посадки, что-то она будет делать или она тоже будет уезжать? Она собирается или она что-то тут собирается делать? Потерять? Если бы Галю Глушкову вы дали сегодня 600 тысяч, она бы уехала завтра. Дело за немногим. Она ко мне приходила даже. И батюшка, мне нужно 600 тысяч. Я говорю, ну так а и что? Ну, у вас вроде две общины, вы соберите. Я говорю, здорово живешь. Как это так? Тебе кто собирать? Ну вот, а то вам вроде будет это стыдно, что вот мы разведем. Я говорю, стыдно-то вам, а не нам. Стыдно-то вам перед землей, перед небом. Вы давали обет таинстве брака. Ты давал обет. Стыдно-то вам будет, а не нам. Мы-то сделали, я все сделал для вас. Я сделал для ваших детей, говорю, школу сделал, своими руками построил. На средства, которые были поручены мне. Даны. Я их не на себя потратил, на твоих детей потратил. Храм сделал для вас, своими руками делал. Все. Сам. И лес возил, грузил лес, возил, выгружал на пилораму, распилил его на пилораме, привез сюда. И все делал сами. Я все сделал. Стыдно-то вам, что вы это ничего не оценили и ищете куда-то. Теперь вы хаете, что здесь плохо, здесь нет ничего. И все. А что вам нужно было? Школа была. Вы проучились, говорю, дети ваши, девчонки выросли. За это время их никто не изнасиловал. Они не попали ни в какую, сказать, компанию худую. Не стали наркоманами, ничего. Это все сохранили мы. Хранили. И сейчас глядим. Смотрю, пошли две девчонки куда грибы собирать. Я говорю, почему это так делаете? Ведь сейчас трактористы ездят. А трактористы всегда, говорится, пьяные или полупьяные. Пошли грибы собирать, девчонки одни. И вот я сказал, запретил, говорю, чтобы двое там не выходили одни девчонки, чтобы кому-то со взрослым обязательно сидеть со взрослым в лес. Не искушайте Бога. Потом будете руками только хлопать, ай да как это, да, кого-то искать вины. Обязательно будет виноватый или Игнатий, или батюшка. Если что случится, обязательно. Это никто не виноват. У нас что не случилось, а вот если бы не было, даже доходит до такого, погибает. Сын говорит, а вот если бы я в Потеряевку не приехал, то этого бы не случилось вроде бы. Понимаете как? Если бы это не случилось. Ну, если бы его нанесел бы там на корабль, это, то этого бы не случилось, что его в Ниневию попадет. Может быть, другое время. А выкинули. Все равно ему надо быть там. Надо, кит его принес, привез туда и выплюнул на берег к Ниневии. Иди и говори. Бог это так определил. Поэтому то, что Бог определил, мы не можем сами изменить. Мы можем только умолять, Господи, смилуйся над нами. Вот. Снизойди к нашей немощи, чтобы нам, что посылаешь, перенести это с благодарностью к Тебе, Господи. Без ропота, чтобы это принять. Вот и все. Здесь только одно, что сожалеешь, и думаешь, что люди куда бегут, что их ждет дальше. Так уже... про себя думаешь, ужасное. Какие будут получать она потом дивиденды от детей своих? Это страшно, дивиденды будут у ней получать она. Столько детей ей. Ну, тоже. Воспитать так, детей оторвать от храма. От всего благочестия оторвать детей, это не просто так. Сказать бы там от чего-то, что там, не дать велосипед или что-то, а это... Я знаю, лично знаю, когда родители сами неверующие абсолютно, да я говорю так, знаю вроде бы, ну чувствую, что-то есть какая-то сила, а детей вводят в воскресную школу, в храм, сам за руку приводят детей. А почему, а зачем? Ну, все-таки думаем, что здесь как-то все равно, может быть, они как-то будут получше. Вот. Научатся чему-то, говорит, доброму, как может здесь. Неверующие родители, не, сами не признающие, как говорится, веры в Бога, а детей... ведут в храм, чтобы там они занимались в воскресной школе.
А это наоборот. Все, детей оторвать от храма, от всего благочестия, снять крестики. Посты уже не соблюдая сразу. Великий пост, сметану, творог, все это нет. Никакого этого, ничего. Такое, что даже пояс уже снял. Пояс. Отец говорит ему, пояс надень. Он говорит, а ты мне не отец. Это уже Анфим. А ты мне не отец. Представьте. И это, зная мать, и что будет за это, какое будет воздаяние. Это он самый маленький? Самый маленький, в третьем классе. Самый маленький. Ну все. Ну вот такое. Состояние очень, скажем, тревожное. Ждешь, что как бы что-то со дня на день не случилось. Просто. Я думаю, что ей выхода из этого просто уже не может быть, потому что здесь уже доходит до хулы, хуления на все, что было. А когда уже хула идет, то там, говорит, не прощается ни в 7 веке, ни в будущем. Когда человек просто там, знаешь, заблудился, там, говорит, заблудил, отошел, но хулы не было у него, он отошел, то этот может еще покаяться и прийти, там, одуматься, как говорится, у свиных корыт-то. Одуматься, пойду я лучше к отцу, но хоть наемники наймусь, наемники едят хлеб до сыта. Это еще возможно. А когда уже хуление, то это уже невозможно. Так, еще какие вопросы? Да нету. Нету? Нет, все, слава. Ну все. Хочешь домой скорее, да? Нет, почему? Нет. Ну все, занимайся. Скоро занятия. Потому что батюшка говорил, вы когда читаете Священное Писание, все это старайтесь во свете Библии рассмотреть. Для таковых далее послание к евреям Павел пишет, нет жертвы за грех, но некое страшное ожидание огня готово пожрать. Я только молю Бога, чтобы кто это делает, не умерли раньше времени, чтобы они увидели плоды. А плоды будут очень и очень горькие. Чтобы Бог дал возможность раскаяться даже таким. Но по всем признакам, похоже, черта перейдена, Дух Святой похулен. Таинство все поносится. И церковь православная уже не церковь при ней стала. И детей этому научила. Представьте, вот такой вот. И все дети. А ты нам не отец. Это... Они не знают, что чти отца и мать, а дальше проклятие. Проклятием вы прокляты. То есть она очертила их черным фиолетовым кругом проклятия. Дети ни в чем не могут быть успешны. Ни в семейной жизни, ни в работе, нигде. Они поносят отца как хотят. Это делает мать. У нас в деревне там, ну, мало кто верил, но я даже не слыхал такого, чтобы своими руками это все делало. Ничем не занимаются. Совершенно. Щепки подобрать во дворе не будут, пусть отец делает. Коров держит, сено косит, домой привезет, сметать нельзя ни с кем. Ни один не выходит. А девки уж 22 года, ни один до этого было. Все порушило, съело до конца. Вы думаете, что это такое? Он едет зимой сюда... Но она говорит, ну ты поехал, я буду коровам дам. Ну приезжаешь, 300 рублей дашь. И он когда сказал адвокату, которого нанял, адвокат, он говорит, так как? Своей жене, 7 ребятишек. Ну да, она иначе не будет. И она права. Но знаете, Гитлер меньше был виноват, чем те, кто его поддерживает, такие как Геббельс. Вот у нас такая же Петрушка. Вот сказали, Евгения Дмитриевна, поехала. А она под эпитемьей. Ей двигаться нельзя. Она плевала на все это. И уже, а что церковь? Везде спасение. Везде. В любой секте, везде. У нее никакого понятия о церкви. И поехала, еще едет. Но она ее поддерживает каждый день. Все правильно делает. А тут доказывать нечего, что дети лишены отца. Почтение к родителям. Церкви. Все сняли с себя, как будто никогда ничего не было. Но я делаю вывод, что богоизбранных не было. Этого нельзя сделать было родителям. Если он избранный, Житие говорит, не сделать бы. Не было богоизбранности. Но они тянулись. Упрямство, злобность, там, везде лазили по садам, пакости делали, но они все время под наблюдением были. Теперь все сорвано. У нас по Теряевке один был такой. Ну, все помогали. Но вот уехал, и оттуда жалобы пошли. Что школа мирская, и жалуется. Он матерится, он хулиганит. Учителя мирской школы, если жалуются на... Ну, на кого? Ну, на внука Евгения Дмитриевна.
Ну разве это не видно? Он в лагере был у меня, я строго держал, и он каялся, приходил. Наказание было. А если этого ничего нет? Вы себе положите, у вас тоже дети есть и внуки есть. Если я где-то что-то не говорю, не значит, что я не знаю. Я не знаю, стоит ли говорить. Я вижу, человек совершенно уже разваливается, как строение. С какой стороны подойти, стоит ли? Потому что, что бы ни сказал, это будет сотрясение воздуха и развалится. Вы никогда не скрывайте то, что тревожит вашу душу. Все мирские эти замашки бросьте. Я вот сейчас конкретно буду с каждым называть по имени. Не, сиди спокойно, если нужно будешь. Надежда Афанасьевна, вы ее все знаете, поднимись, пожалуйста. Это наша член общины, то другое. Тебя все время оккупируют буквально слуги небожьи. Все тебе звонят, все тебе наговаривают. И, похоже, душа твоя очень страдает от этого. Что тебе, кто звонил, про общину говорил? Скажи, не утаи. Где она тебе звонила хоть раз? Откуда такие слухи? А? Откуда такие слухи? Откуда? Слухи? Да. Мне говорили, вон Татьяна Кузьминична говорит, что тебе звонят. Тревожит душу твою. Я не говорю, но я вижу, что может момент как раз подойти тебе и сказать. Но ты сама испытай себя, почему именно они тебе звонят. Ну это было раньше, там, тетка какая-то, там, ну, Раиса Николаевна, Блок, кто бы не были, все сведения какие-то на тебя. Это от тебя зависит. Если огнем пылающий котел, даже варенье варят, на него мухи не сядут. Запомни это. Значит, ты даешь, у тебя где-то что-то есть, куда свободно в щель входит этот ветер. Отрежь это. Что они теперь думают? Галя ходит там и разговаривает. А это не церковь, это секта. Она была здесь, а теперь уже это секта. Но есть слова, которые Библией нельзя подтвердить. Пока промолчала, потом дальше уже. Я уже другое говорю. Надо быстро реагировать на это. Ну, допустим, спросить плакат. Ну нет этого слова в Библии. Компьютер, тем более, нет. И слова секта нету. И сказать, а как по Библии объяснить? Никак. Мы знаем одно только, числа 16 глава. Когда восстали на Моисея и говорили, а, дескать, что возвышаетесь? Все мы святы, все перед Богом, как сегодня любой сектант. Двое или трое собрались и все, церковь. В одном предложении две грубейших ошибки делают. Не собрались, а собраны, то есть Дух Святой, и во имя Иисуса Христа, то есть точно по Писанию. Вот что главное это. И теперь я попрошу засчитать, что такое секта. Послушайте, раз это мирское слово, как мирские объясняют, другого объяснения нету в литературе. Славь Ожегова и Шведова. Знаете, это на что опираются люди, это... Большой капитальнейший труд. Жизнь его 30 лет он потратил на этот словарь. Секта. На него ссылаются юристы, и когда требуется объяснение слова, в суде это принимается как документ. Два значения. Первое. Религиозное течение, в скобках община, отделившееся от какого-то вероучения и ему противостоящее. То есть от какого-то и чему-то противостоящее. Учение, не заблуждение. Сравни. Духоборов. Секта духоборов. Второе. Переносная. Группа лиц, замкнувшихся в своих мелких узких интересах. То есть это коммунисты могут быть, фашисты, но в своих узких там, какой бы ты ни был человек. Это объяснение безбожье дает. Дальше. Сектант. Кто такой сектант? Человек, поглощенный узкими интересами какой-нибудь группы, секты. Вот так. Второе. Так. Сектант. Я женщина. По первому сразу буду объяснять. Ну ладно, второе говори. Сектантка, женщина, ну, первое, сектантство, принадлежность к секте, замкнутость, второе, значит, замкнутость и узость во взглядах, свойственная сектантам. Сектантские, относящиеся к секте. Понятно. Как это может относиться к тем людям, которые от учения никуда не отходили, конкретно возьмем у нас все православное учение, да у нас-то как раз оно и все. Все, и все каноны, которых в церкви-то вообще не соблюдают. А это 719 правил, и ни одного не нарушается. А у них 413 нарушаются. Это уж еще от православного РПЦ везде сектой называют.
Дальше, все жития святых признаем. Все труды святых отцов считают Златоуста, Феофана, Затворника. То есть ни с какого боку, никаким сантиметром к секте мы не можем относиться. Но это еще не главный признак сектанства. Тем более узость взгляда. Какая узость взгляда? Нас как раз жгут со всех сторон за широту взглядов. Что мы церковью называем и католическую церковь. Миллиард. Православные это некоторые и многие считают это вообще не церковь. Мы говорим Григориано-Армянская апостольская церковь. Она так и называется, апостольская. Копты и сирийцы, я всегда говорю, вот пять. То есть какая узость? Никак. Это говорит человек, совершенно ничего не знающий или умышленно злословящий. Дальше. Толковые слова иностранных слов Крысина. Секта. Латинская секта учения направления школа. Это с латинского языка переводится слово это. А по-русски как бы отсечение. Это отдельная школа. Отсечённо от чего-то. Первое значение. Религиозная община, отколовшаяся от господствующей церкви. Никак не можем отколоться, когда мы приходим туда, и дети все приведены были, когда епископ был, все причащаются. То есть никак. Абсолютно. Как пример приводится секта Малакан. Да. Это атеисты в прошлые годы, еще при советской власти, это я оттуда выписал, словари все достал, чтобы даже не с интернета. И второе, переносное значение. Группа лиц, замкнувшихся в своих узких интересах. Ну, так называют иногда. Там даже была эта группировка Шипилов, там Болотов. Хрущев их так называл. Еще из иностранного словаря иностранных слов. 64-го года издания, Москва. Секта – это религиозная организация, отличающаяся догматичностью взглядов и убеждений. Так, догматичность, догматика. Верой это не считается. Ну, то есть, все остальное... Не такое. И расходящиеся с господствующей церковью или враждебных ей. Взглядами, взглядами. А не то, что я вот исполняю, он не исполняет. То, что у нас правильное крещение, троекратное погружение, а у них ладошкой по голове, да кто не исполняет-то? Дальше. Секта отрицает институт священства. По порядку. То есть отрицает. В теории не принимает. Никаких священников не надо. Мы все священство у Бога живого. Ну, как и иегористы там, да все остальные секты. А зачем? Мы все священники, женщины выходят, все делают, исполняют, и пресвитерами, и старшими пресвитерами, там, епископами. Дальше. Не признает деление верующих на клир и мирян. То есть, все. Так, я напечатал это. Так, держи это тебе. Нужно дать тем, которые могли бы сохранить после другим говорить. Игорь, тебе сохрани это. Я долго искал по разным словарям, кому-то надо еще дать. Так, передай. Это те, которые я знаю, у которых не будет лежать. Кальдвана. Дарю. Так, еще тут мне надо кого-то. Так, Нина, передайте ей. Так. Так, кого еще дать? Дать Игорю Левонову передайте. Так, еще один. Кто-то должен. Так, чтобы не лежало. Можете откопировать, другим дать. Значит, вопрос о секте. Знаете, что это такое? А вот слово секта я как раз употреблял неоднократно. Когда разговор зашел о каноническом признании Московской Патриархии, то я говорил, давайте теперь мы будем молиться о том, чтобы нам не забунтовать о решении какое там примет синод, чтобы не выродиться в секту. А если нету священника, это не секта. Это отрицание. Но Мария Египетская 47 лет не причащается. Но она осталась в церкви или нет? А во время года советской власти вообще не причащались, умерли люди, церкви нету. Но они не отрицали. Священники где? Да в Бутово, там забутили всю землю. Отрицающие, а не то, что имеющие, не имеющие. Мы имеем. Но сейчас вот и нету, все, арестовали священников и нету, но мы не отрицаем. Вы хорошо делаете различие, отрицать, не принимать. И другое дело, нету, от тебя это никак не зависело. И я говорил, давайте молиться, чтобы нам не забунтовать, какое бы решение ни было. Наше решение было единственно верное. Признавать и признаем, но под их владычество не пойдем. Почему? Потому что мы видим, как относятся к этому делу, как все задавливается и ничего нету. И они рано или поздно должны это понять. Ко мне столько уже обращаются. Вы понимаете, вот вы даже не знаете, что в интернете. Какая польза, что мы
Мы ушли из православия, теперь мы увидели, что это... Какие же силы надо иметь, чтобы с такой махиной бороться, столько беззакония, и вы боретесь с этим. Это невероятно. И мы тоже ободрились, начинаем бороться, чтобы православная церковь стала на истинный путь. А не так, что я не делаю ничего. Я 30 лет говорил, креститься неправильно. Ну неправильно. Говорили как? На лоб, на грудь, во освящение чувств, направо, налево. А сейчас поняли, говорят, надо же, и книги печатали неправильно. Крест-то перевернутый. Вот, сделай полынку. Вот это получается. Вот такая коротенькая, здесь выше, он перевернутый. Так колдуны молятся. А теперь один благочестивый человек нам подсказал, и мы испугались, теперь нарисовали. А кто? Откуда я знаю, кто? Когда я начинал говорить о крещении, от руки перепечатать материалы, то у меня ушло почти 30 лет на это. Собирал и собирал материалы. А теперь уже во многих храмах баптистери строят, но они все равно не крестят. Но все-таки додавили. Придет время, они поймут, где искать. Мы не знаем, будет ли встреча, батюшка ушел. Нет, чтобы сообщал среди недели, как там встреча с епископом. В пятницу нам надо будет выехать. Я не вижу, где-то Кости нету. Путешествие. Нету их. А? Путешествуют. Они в Тогу уехали. Уехали. С ним было хорошо, он как-то набирал людей, помочь в лагере. Там много снегу было, а она же как у лисы разваливается, избушка-то ледяная. Надо, чтобы поехали и помогли. Нужно отремонтировать, Николай, за неделю, чтобы машина могла сходить туда, а потом дальше уже будете добивать здесь, готовить. И мы поедем туда, чтобы в субботу быть там. И в субботу можно там поработать, помочь что-то. Так кто мог бы поехать? Допустим, в пятницу выехать можно, чтобы утром весь день субботу посвятить для лагеря. Кто может поехать в этой неделе? А там дальше уже воскресенье, день деревни, побудем обратно на машине на нашей, мы вернемся. Мы едем двое, так, Николай третий, видимо, Нюру возьмет, четвертый, а там семь, еще три. Татьяна, так, Нина, едешь? Ну, надо, чтобы работники были. Так, два еще одного хотя бы. Может быть. Точно не знаю. Как с работы, не знаю. Ну, вот с работы надо узнать. Далее. Очень важный момент. Нам иногда кажется, вот мы верим, помолились, а зашлись домой, нас никто не знает. А это не так. Очень и очень далеко откликаются наши молитвы. Если мы действительно верующие. Ну, мне трудно конкретно говорить. Я просто беру то, что мне хорошо известно. Тогда светильник этот высоко на вершине стоит. Надо об этом заботиться. И врагу не давать повода. Я вот неоднократно об этом задумывался. Ну, как приходится уже раз работать с людьми. Мне известны люди, которые выше меня... Настолько, что я даже сравнивать не хочу себя. Ну, не с чем сравнивать. И вот почему-то им везде, где они ни были, предлагалось сотрудничать с КГБ. Мне ни разу. Есть люди, которые были здесь, сидели и уехали. Вот я не вижу Алевтина Пантелеевна, где она. Надежда Васильевна. Она была. У Надежды Васильевны она. А? У Надежды Васильевны. А Надежда Васильевна где? У себя дома. Может, в коридоре там. Да когда-то зачем к ней? Ну, она, ну как она сбегает сюда. Она очень хорошо знает, здесь был такой баптист Юра Михальков. Вон она. Ты инженер-конструктор. Ты знал Михалькова Юру прекрасно. Иван Андреевич, он тебя и сосватал. Как бы не он, так девку сосватал. Он тебя спрашивал, да? Так вот, у него сын был Юра, три срока отсидел. Очень представительный такой, как говорится, импозантный. Хорошо знала его? Юру нет. Юру не та. Но он три срока отсидел. Уехал в Германию. Ну, представьте, три срока отсидеть. Он к отделенным баптистам принадлежал. Которые не подчинялись советской власти. Дети должны ходить, а эти баптисты согласились молодежь не приводить. Ну все, приняли от них. Как вот патриархия, она считает, как отделенные баптисты. Примерно, чтобы эквивалент создать. Он приехал в Германию. Я не знаю там как, это демократическое он был или федеративное. Тут была штази, своя же. И ему сразу же предложили что-то и, конечно, сотрудничать.
Ну, он-то думает, он в Германии. Но когда он сюда приехал, его сразу вызвали в КГБ. Он у них 3 срока отбыл. Они его вызвали. Знаете зачем? Поблагодарить. Юрий Иванович, а мы знаем, как вас там вербовала та разведка. Да вы настоящий патриот. Конечно, дела прошлые садили. У нас тоже ошибок было много. Ясно? Все знают. А мужественный его поступок остался во мне. Я это расслышал, теперь я передаю и вам. Чтобы о нем помолились. У него свои вопросы там. Он баптист. Я даже не знаю, с кем у нас так сравнить его. Вот как Игорь Добунов, примерно так, он повыше еще, кажется, ростом. Ну, просто русский человек где-то. Я его очень хорошо знал, у него бывал. Почему не предлагают? А почему на тебя наплывают они? Значит, что-то где-то есть, и надо это затереть, чтобы даже виду не давать. У нас была Валя Шитикова, приезжала. Ну, ее вызвали тоже, всех, кто около меня был близко, всех вызывали и там старались подсадить. А потом вот приходил на занятие, он каялся, говорит, я как раз не завербован был, специально приходил и все докладывал им туда. Саша это. Ну, вы знаете, он приходил. Кочетков, кажется. Да. И вот, когда случается такое, человек после этого не знает, что делать. И вот с Валей Шитиковой получилось так. Жизнь его была, ну, не по-божески. А они-то не все знали. И вот однажды идут, и он ей наговаривает, молодой человек, ну, если вы не будете сотрудничать, мы, знаете, мы ведь можем на вас запустить материал. Ну, в газету, как обычно делать. Она сразу остановилась так. Это вы сейчас мне сказали? А что вы про меня знаете? Ну, конкретно, чтобы я знала, что испугалась, я буду сейчас сотрудничать. Еще, да вы ничего не знаете. Есть стороны жизни, которые вы не знаете. Я проводницей была, и вас там не было. Понятно? Я сейчас же на каждом повороте буду всем рассказывать, кто я. Я покаялась перед Богом, грех мой смыт кровью Христа. Да нет, нет, я просто сказал, все, больше ни разу к ней не подошли. Дверь была захлопнута. Вы никогда не бойтесь сказать о себе больше, чем они знают. У меня один раз было посигновение, но это никак. Знаете, вот мы с вами тут говорили, в КГБ, вот Ленина 30. Теперь они перекрасили не серое, а какое-то белое здание, покрасивее. Знаете, вот мы говорили, вы... не надо бы никому об этом говорить. Это первый раз, когда меня попытались сказать, не говорить. Я даже сейчас, у вас у них большая площадка там, амвон, перед входом в здание. Сейчас прям здесь, с этого амвона, я буду всем говорить. И это я просто так сказал, ладно, говорите. Ну тогда ладно, не буду говорить. Я пришел и всем сразу рассказал. Если они сказали такое, и я бы сказал, да, не буду говорить, все уже на крючке. У меня было, у меня зять, на сестре женатой которой, точно так же пришел. Я говорю, ну рассказывай, как тебя вызывали. Ну все, расспрашивали. Ну а потом сказали, знаете, никому не надо говорить. Я сказал, хорошо, но... Хорошо, мы договорились, мы уже дали слово. Никому об этом не говори. Я говорю, а зачем ты мне тогда рассказываешь? Значит, ты с ними уже тайные шашни завел, а мне ты уже не открываешься. Ты где ночевать будешь? Ну как, я же у вас живу. У меня больше ночевать не будешь. А время к вечеру, суббота. А где я буду ночевать? Ты к ним иди ночуй, у тебя с ними теперь дружба-то. А что я должен делать? А человек с высшим образованием приехал диссертацию защищать. Иди, дружок, раскупори все эти тайны и сожги. Он пошел, и вот в КГБ в дверь-то Ленина 30 стучится, вышел. Что нужно? Мне нужно вот такой-то называют, там, Азаров. Так у нас суббота. Я никуда не уйду. Я сейчас лягу и буду лежать перед дверями здесь, но мне ночевать негде. Да вы что? У меня срочное дело. По телефону вызвали этого, кто там, майор или кто. Вызвали. Так, Михаил Афанасьевич, а в чем дело? Я вам слово дал. Какое слово? Ну что, никому не буду говорить? Ну как? Да меня друзья все не принимают теперь, я выходит ваш сотрудник. Да вы что вы думаете? Да никакого слова не было, мы забираем назад. Все, ты ничего не говорил, иди спокойно спи. Вот и все. И больше ни разу к нему они не прикоснулись. Теперь он диакон. Вы научитесь стоять за собственное достоинство, которое Бог вам дал. Кто-то подходит, начинает говорить, секта. Всех-то, ты в секте находишься, и тебе все равно. Все равно.
А ты расскажи, что такое секта. Как раз человек может быть и достоин того, чтобы ему рассказать. И открою. Это те, которые не приемлют институт священства. У нас священники. Если его не будет, у нас митрополит. Какая разница? Никакой нет. И кто это ходит по деревне распускает? Она не церковь. Галя. Представь себе. Да хочу, с ней нельзя ничего сделать, чтобы как-то ее обратить. Кто пытался, никого нет. Ни Раиса Николаевна, никого. Кто к ней заезжал. Женя, кто всех попаляет. У ней очень сильный подсажен дух. Всех детей до одного, 7 человек спалило. А ты говоришь, не все, не по ласке где-то. Успокойся. У тебя еще первоначальное, говорится, а развитие только идет, как Шариков говорил этот профессор Преображенский. Я все к себе говорю, мне ли об этом рассуждать с отцом Геннадием? Я могу только просить благословения и все. Это другой уровень. Она не знает ничего, но злословием переполнено все, волна за волной идет. И батюшка не батюшка, и церковь не церковь, посты не посты. Все абсолютно. Молиться в церковь, а зачем ходить молиться? Ну молятся же мусульмане, ходят в мечеть. В синагогу ходят евреи, буддисты в пагоду ходят. Церковь идет, не надо ничего. То есть она создает свое учение, никому ничего не надо. Ничего не надо. Она не знает, что дальше будет. Это абсолютно неуправляемое в семье. И где-то в какой-то момент, чтобы дал Бог ей перенести. Вот неправильно иногда толкуют. Римлянам 8:24 написано, любящим Бога, признанным по его изволению, все содействует ко благу. Люди берут последнее, все содействует ко благу. Не все. Это все только тому, кто призван. Призван. А если она не призвана, у нее все во вред будет. У нее хорошо, будет нормально. Почему? А она отброшена. Теперь у нее все хорошо. И он там имение не растратит. Он будет наоборот держать свиней и нанимать блудных сыновей. Там хозяин-то кто-то нанял. Он в должности хозяина будет, хорошим бизнесменом будет, свинарник разведет. Если ты призван, и ты, когда у тебя какие-то сомнения, ты всегда посмотри, что у тебя было в прошлом. Тебе не надо там всю историю от Адама разбирать. Свою жизнь разбери. Ну я же раскаялся. Раскаялся, искушение до смертного часа будет. И сатана еще то, что забыто, представит на мытарство. Вот и все. Да как это может быть? А тебе сказали, ты это понял или нет? Вот у нас, которые были люди, вот он был племянник у Раисы Николаевны, Андрей Петухов, ушел. Ее нет, я сказал, ее не будет. Она тянется. Она не отвергла то, что дальше было. У нас был старший зять твой ушел. Я только об одном переживаю, что Алена осталась здесь. Алена, Романовна, выщелкнул. Ее нету. Почему? Она не отвергла. Она продолжает к родственникам ходить, продолжает встречаться, говорится, обниматься и дальше. Ты был, если где-то ересь какая-то тебя захватила, у Гали она от эгоиста получила где-то Библию когда-то. Ты должна день и ночь Бога молить, чтобы Бог засмолил, все. Но у них тоже хорошо. Ты говорила хорошо. Ты не понимаешь, кто тебя притянет. Ты Феодосия Пещерского слышал, нет? Что он говорит? Если ты ересь, еретиков хвалишь, ты двоеверец. У тебя нет истинной веры. Антоний Великий говорит, я никогда в жизни не беседовал мирно с еретиками. Как мирно? То есть соглашайся с ними. Надо уметь отстоять то, что тебе Бог дал. Не позволяй. Вот некоторые начинают рассуждать, я говорю, посмотри на прошлую жизнь. Ну, не раз замужем была, не раз женился. Ты не думаешь, что это просто так. Во-первых, мозги продырявлены. Это самый страшный грех, Аполлос говорит. И поэтому ты никогда не равняйся, дай другому место. Посчитай, что Златоуст говорит. Как правило, мы все приходим из какой жизни-то, как мы жили-то. И куда ж ты возносишься? Я считаю Ефрема Сирина. А что мне Ефрем Сирин? У нас священник был, уехал, Ефрема Сирина дарили, все книги, все бросил в бане и все. А сколько жёг, неизвестно, а я дарил. И что, да ничего нету. Ни один в церковь не ходит никуда. Нигде-то, потеряевки. Ты просто сядь, возьми бумажку и внимательно проверь в своей жизни, как было, как теперь ты уверовал, как ты в этом раскаялся. Ты, Бог говорит, забуду. Не вспомяну, а ты не забывай. Петр всю жизнь плакал, что он отрекся от Христа. Я не достоин называться апостолом, Павел говорил. Я гнал церковь, вселенский учитель, все прощено, стерто. Я не могу простить, кто же я был? И сердце наполняется слезами радости. Как же ты меня, Господи, избрал? Да кем я был? Поэтому все время режь и режь, прижигай то место, где грех тебя уже запятнал.
Так, кто может с Кручиной связаться, с Николаем? На телефон вызвать его. Срочно нужен. Он должен сказать, завтра у нас здесь погрузка. Нужен человек 8-10. Поднимать не больше 7 килограмм. Пачки. Нужно прийти сюда. Ну, минимум человек 8. Длинная очень машина. Уже погрузка будет, чтобы она вперед, у нас ушла машина. Главный груз, который забрашивает. Так, кто может подойти? Поднимите руку. Времени. Этого дня мы долго ждали. Времени когда? Время примерно в 9 утра. Завтра, понедельник. Какие-то отпроситесь с работы как-нибудь. Так, Вадим, сможешь? Постараюсь. Не понял. Постараюсь. Придет. Постарается. Вадим, мы должны рассчитывать, потому что, ну, вверху, внизу. Так, поднимите руку. Так, два. Все, и все. Серега. Так, глухонемым передай. Валя пусть придет. 7 килограмм больше нету. В руки не брать. А на какое время? Сколько будет это примерно? Откуда я знаю, сколько будет? Час, сколько? Два, три. Чем больше народу, 550 тем... пачек передать. Да, это... Передать. За час. Передать, занести, и вот. И больше если ничего нет. Будет человек 6 за час. Дело. Все. Так. Если трое, часа два. Сможешь ли прийти? А почему? Я работаю. А? Я работаю. Отпроситься не можешь? Нет. Так. А кто не работает? Тут нет. Кто не работает? Тут это два человека всего. Я не работаю. Я, возможно, могу прийти, но не до конца. А сколько-то. Знаете, вот это мне тоже не совсем понятно. Это же не советское время, когда работу нельзя было покинуть. Тунеядство два дня и тебя под суд. Понимаете, вот это алармовое состояние в душе должно быть. Я просто обращаюсь к своей жизни. Мне сказали, вот батюшка, он тогда в армии был, что-то у него там, ну, худо было где-то. Я уволился с работы, пришел инструмент, сдал в течение одного часа. Да ты с работы будешь, тебя волчий билет, не знаю, все, я уже на поезде. Уже в Москве, воинская часть. Как я туда попал, через забор или как перелез, пока на ноги все не поставил, не вернулся домой. Все. Уходя из этого места, с Малой Азии, где Ян Богослов был, он одного юношу поручил там священнику. Хороший юноша, надежды хорошие. Когда вернулся, спросил, где он, говорит, а его нет. Он, говорит, свихнулся и стал атаманом банды. Представь себе. Он говорит, а где эта банда орудует? Да она вот, от Косихинского района, там, до туда где-то. Вези меня туда, а он старик. И Бог так сделал, что он его увидал. Увидал, и он испугался Иоанна Богослова-то, и бежать. Он кричит, сын мой, стой, грех твой я беру на себя, на шею, мы остановись. И вернул его, и поставил на путь истины. А здесь ничего этого нету, просто прийти, погрузить, раз, за всю жизнь, первый раз обращаюсь. Работа, настолько это твоя работа, что... Да сразу позвонок, так, у меня задержка тут важна, я часа на три остановлюсь. А тут больше-то двух часов и не будет. А может и за час. Еще раз вопрос задаю. Не больше 7 килограмм поднимать. Добровольцы. Еще руки поднимите. Кто? Так, еще одного вызвал. Так. Николай, здесь нет? Звоню. Надо узнать точное время. Завтра, как мне сказали 9, сейчас подтверждение будет. Значит, кто поднял руку, кто не поднял, звоните. Ну, не может операция, там, глаза, это вопрос другой. Но остальные-то, это работа для пенсионеров. Прийти, ну, вот здесь вот, из стенок вытащить, машину поставить. Да, а или когда были помоложе. Так, сейчас не можем. Прийти? Да, я вообще вожусь. Ну, еще, перенести сюда ребенка. Трое. Ну, найдется, садись заранее-то. Ребенка одна возьмет, одного освободите. В одно место сбейте ее, детский сад. Нет. Так, теперь по лагерю. Надежда. По лагерю. Марья Валентина Ивановна Кравченко. Две ей. Я думаю, что на этой неделе пойду обращусь за помощью, где я всегда ходил. И делать объявление. Вот Костя, если возможность есть, ему сказать, чтобы он забрал
объявление, и проезд у кого-то взял, как-то наклеивали. Тогда они с кем-то ездили. Не знаю, с тобой? Нет, да сейчас негде наклеивать-то. Негде. Маргарита. Куда наклеивать-то? Причины не отвечают. Маргарита. Вы бы с нами проехали, да показали куда, чтобы мы знали. Куда клеить? По Маремра. Ну, бывает объявление. Да перестань. В общем, ходили здесь, она помнишь? Что перестань? Доска объявлений. Ну, где-то пройти, там на деревья где-то. Это сложная уже история, это надо в спальные районы заезжать, где девятиэтажки и то, там все в объявлениях, надо объявления делать маленькие, а не наши бабки. Так, Игорь, некуда клеить. Посчитай, Игорь, так, мы собираемся ехать, нам сейчас за машину около 50 тысяч, надо заплатить груз отправить. Мы выезжать мы будем примерно 29-го.